фотография была сделана где-то в 60-х, 62-м годах в городе Чебоксарах. На этой фотографии, значит, есть здесь изображены мои родители. Это мой папа, Витебский Александр Федорович. Ну, это я рядом. Танюшка, как они меня называли. Это моя мама Лариса Александровна. И мы жили в очень хорошем, красивом, элитном районе, который назывался район ХБК. Молодым специалистом папа мой приехал сюда по направлению с города Иваново. Мы, значит, проживали с всей семьей здесь, вот в этом 22-м доме, который находится вот сзади меня. Здесь всего, когда мы приехали, было абсолютно 3-4 дома. Здесь строился на этом месте, сейчас он расположен, большой красивый дворец Хузангая. В прошлом это здесь было просто равнина, такое, значит, захолустное местечко. Мы здесь гуляли, мы здесь как-то в этих местах определялись. Мы катались на санках с удовольствием, мы садились где-то вот от этого места и летели на санках до конца города. Там уже начинался Чебоксарка, по-моему, речка была. Город наш растет. Вот эти все эти наши дома, которые здесь вот сейчас вы видите, это дома постройки 60-х годов, но они нисколько не портят наш интерьер вообще общего города. Город растет, мы видим новые дома, новую архитектуру. Но это настолько все родное и теплое для тебя, потому что ты здесь прожила, это здесь осталось твое детство, твоя юность. Сейчас Чебоксары – это прекрасный, действительно, жемчужина наша. Очень изменился чистый город, красивый город, зеленый город. Несмотря на то, что мы находимся на холмистых местах, это место, оно самое элитное. Чебоксары. Любят его все жители. И мы с удовольствием всегда ходим вот в этот теперь расположенный парк, который называется Парк Победы. Он действительно стоит этих вот мест, этого названия. Все это облагорожено. Ну, большое спасибо, конечно, хочется сказать и администрации города, и вообще всем жителям Чебоксара, потому что город наш стал, преобразился до безумия прекрасный.